Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и сегодня я хочу с вами поговорить о новенькой iOS 14.4 Beta 2. Что нам представили в этой новой версии? То есть, как всегда, исправили наши ошибки по соединению Wi-Fi, Bluetooth, просто сотовых данных, различных ошибок соединения и так далее, и так далее. Это все обычный баг. Фикс, также говорят, что повышена производительность и автономность, но по факту мы можем видеть совершенно разные результаты, отталкиваясь от их слов. Но хочется сказать, что... То есть я только накатил эту iOS, она только вышла, так ничего и не скажешь. Я заметил на 14.3 такие ошибки, для себя их зафиксировал и буду уже отталкиваться от того, что у нас есть в новой версии iOS, то есть были какие причины. Допустим, после завершения звонка в iPhone 12 была синяя полоса на экране всех версий iPhone 12. Напишите, может, у вас на каких-то ниже версии 11, 10s там, или 10R там, других iPhone есть такие проблемы. Будет очень интересно узнать об этом. На некоторых iPhone также батарейка плохо держит, включительно, опять же, линейки новых iPhone 12. Странно, непонятно почему, у них вроде бы новый чип энергоэффективен, но iOS есть iOS, это как бы делается, есть для некоторых устройств фиктивно, для некоторых иначе, ну что есть, то есть. Оперативная память стала хуже немножко, опять же, это сделано для чего? Для того, чтобы брали новый iPhone с более большей, обширной оперативной памятью, чем это есть сейчас, то есть это и так было очевидно. Но решение ситуации может быть еще исправлено, если вы повыбираете виджеты с рабочих столов. Вылетает приложение в Instagram, то есть просто зайдя в приложение вылетает. Либо же публикация историю в Instagram, точно то же самое касается и ВК. Пишите также, есть ли у вас такие проблемы или были, но потом пропали. Геймпад Xbox не поддерживается на iOS 14.4, была первая бета. На второй бете я не могу это протестить. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, кто пользуется этим, чтобы я знал, пофиксили это или не пофиксили. В настройках системных служб, не поверите, для кого-то важно, что device management перевели ли на русский язык. Скажу нет, еще не перевели, но когда переведут, и важно ли вообще для кого-то из вас, также напишите мне в комментариях, для меня это очень важно. Один все-таки подписчик пишет мне об этом. Интересно мне, может, еще кому-то интересно все-таки. На этом все, в принципе, то, что я знаю. Автономность запишу на следующий день, все как обычно. Тестим часов 12, чуть больше может, и на следующий день я уже выкидываю автономность, делюсь с вами впечатлениями об этой новой версии. Следите за моим каналом, не упускайте новых видео. А что для этого нужно? Правильно, подписка, лайк, комментарий, прожать колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!